Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам разобрать вот такой вот мотив, соединить его вот в такую кружевную полосу, хотя мы можем с вами соединять и в кружевное полотно, как вы сейчас видите на экране. Взяла я эту схему с журнала «Дуплет», разобрала, и вот что у нас с вами получается. На мой взгляд, даже очень симпатично, поэтому кому понравилась идея, присоединяйтесь, мы сейчас с вами свяжем. Начинать мы с вами будем с первой воздушной петельки. И еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко. Так, хвостик вдоль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы с вами связали 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Заходим в колечко. Вяжем столбик 1, 2, 3, 4 и последний пятый. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Заходим в колечко. Следующий столбик с 4 накидами. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в колечко. Вяжем столбик 6 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у нас с вами вот это угол и это угол. По центру у нас с вами 2 столбика с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. 5, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Заходим с вами в колечко. Столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Заходим опять в колечко. Следующий столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим опять-таки в колечко и столбик 6 накидами. 3, 4, 5, 6 и 7 раз. Теперь вот смотрите, с вами посмотрим. Вот у нас что получается. Один угол, второй, третий. Нам еще нужно сделать с вами, видите, вот у нас один угол, второй, третий, четвертый угол мы должны с вами сейчас связать. То есть столбик 6 накидами, между ними по столбику с 4 накидами. Обошли мы с вами по кругу. И вот смотрите, получается вот у нас длинная, да, цепочка. Вот 2 столбика, 4 накида, 6. 2 столбика 4, 6, 4, 6, 4. И вот у нас с вами 6. То есть тут те воздушные петли, которые мы набирали первыми. И вот мы сейчас с вами отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в восьмую петелечку мы должны зайти и связать соединительный столбик. Вот в итоге, видите, у нас уже с вами получился центральный квадрат. Вот этот вот квадратик у нас с вами получился. Теперь что мы будем делать? Мы можем с вами обвязывать столбиками без накида. Я предлагаю сделать одну петельку подъема, накид, зайти под арочку и связать столбик без полустолбик с накидом. Вот второй. Третий.
четвертый, вот пятый, и шестой мы делаем сам столбик. Можно вязать столбиками без накида. Мне почему-то вот показалось, что будет лучше смотреться полустолбики. Накид и опять подарочку. Один, два, три, четыре, вот пять, накид и шестой сам столбик. Вот мы начали с угловой, и это у нас следующий угол. Здесь я предлагаю, вот последний шестой столбик, я предлагаю сделать 2 воздушных петельки, накид, и опять зайти в этот же угловой, в угловую петлю связать столбик, пол, вернее полустолбик, и далее опять мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 сам столбик. И так продолжаем. А по уголкам, в углах, видите, мы с вами будем вязать по еще по 2, по 2 воздушных петли поворотных. Вот что у нас уже с вами получилось. Последний столбик я связала. Теперь вот 2 воздушных петельки. И мы заходим вот столбик первый, который мы связали, соединительная петля. С этого 1, 2, 3. Это будет столбик, 2 воздушных петли, накид. Мы с вами отсчитываем 1, 2, в третий связали столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, 1, 1, 2, в третий сошли, связали столбик. 2 воздушных петельки, накид, 1, 2, в третий столбик. 2 петелечки, 1, 2, столбик. Еще 1, 2, столбик. 2 петельки, накид, и у нас получается, видите, 1, 2, и мы под арку зашли, связали с вами столбик. Вот у нас от угла до угла должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких вот ячеек. Теперь мы с вами в угловой части 1, 2, 3, 4, 5, накид. Я захожу опять вот в эту арку, связала столбик с одним накидом. 1, 2. Мы считаем с вами 1, 2, в третий. И так продолжаем все вязать по кругу. Разбивая на каждой из сторон, у нас должно получиться по 6 ячеек. Вот что у нас уже с вами получается. Да, мы обошли по кругу. Последние 5 воздушных петель. С третьей петелькой подъема мы с вами соединительную петлю и завершили этот ряд. Дальше у нас остался вот этот вот основной ряд, последний. Мы сразу же будем вязать и вот эти вот, скажем, такие веера. 1, 2, 3. Накид под арку. Вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. И столбик вяжем в саму вершину столбика. Под арку 2. 1 и 2. И вершинку следующий. Смотрите, мы с вами связали вот одну ячейку, вторую, третью, четвертую, пятую. Одну не довязали. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Что мы с вами теперь делаем? Будем разбивать вот эту вот штучку. 1, 2, 3. Накид.
Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот, вот эту вот седьмую вяжем столбик с одним накидом. Или вот смотрите, 1, 2, 3, 4. Точно так же 1, 2, 3. И вот центральное как бы ребро нашей ячейки, мы в нее зашли, связали столбик первый. Теперь 1, 2, 3, накид. Заходим сюда, вяжем с вами второй столбик. 1, 2, 3, будем вязать третий столбик. 1, 2, 3. Теперь на цепочке мы с вами отсчитываем. Зашли в шестой столбик, связали столбик без накида. Повернули вязание. Можно сделать одну петельку подъема. Заходим под арочку, вяжем 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Зашли под следующую арочку. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Следующую арку. 1, 2, 3. Видите, у нас одна арка с четырех, вторая. И теперь третья арочка. 1, 2, 3, 4. Заходим под эту арку. И вяжем еще 3 столбика без накида. Второй и третий. Теперь я захожу в первый, вернее, в последний столбик, который мы с вами вязали. Вяжу соединительную петельку, накид и завершаю обвязывать наш нижний ряд. Под арочку у нас 2 столбика, в сам столбик у нас с вами еще 1 столбик. Вот арка из 5 воздушных петель. У нас будет 4 столбика как бы на одну сторону. Видите, вот второй, третий, четвертый. Один столбик у нас с вами центральный, это пятый. И еще сюда 4 столбика. 1, 2, 3. И 4. Накид. Заходим в сам столбик, вяжем столбик с одним накидом. И далее мы все с вами повторяем. Точно так же, как вот здесь. Все стороны квадрата мы вяжем с вами одинаково. В итоге получается вот такой у нас мотив. При всем при этом мы можем с вами соединяться. Итак, по мере вязания наших мотивов мы можем их соединять как в полосу, да, так же и в некое кружевное полотно. Давайте сегодня мы с вами разберем, как мы можем с вами соединиться. Мы соединимся, вот наше через пико, видите, вот эти вот пико. Сейчас вот я вяжу очередной веер, я связала одно пико, связала второе, и вот этим вот третьим пико мы именно и соединимся. Я вяжу 1, 2, мы заходим вот в это пико, даже я протяну, или же заходить в петельку, 3, 4, опускаемся. Тут вы помните, кто вязал в первом видео, да, соединились вот так, и продолжаем вязать наш край. Или одну сторону нашего мотива связали и зашли сюда. Теперь вот у нас сюда идет, да, 4 с одной стороны, центральная пятая, 4 с другой стороны. Мы вяжем с вами 1, 2, 3 и вот 4 столбик. И сейчас мы с вами на нашем мотиве находим тоже четвертый столбик. Вот считаем 1, 2, 3, 4. Зашли, соединились. Накид. Делаем пятый столбик.
Точно так же мы берем с вами пятый столбик, через него соединяемся. И теперь последнее, вернее, или со второй стороны, это будет как бы первый или шестой, тоже зашли, соединились. И еще три столбика. Один, второй и третий. Да? И теперь мы переходим с вами на сторону. Вот что у нас с вами получилось. Мы соединились с вами с одним пико. Мы соединились с тремя столбиками по углу. И теперь мы вот с этой стороны сейчас с вами свяжем. И вот с этим пико соединимся. Вот смотрим. Мы с вами связали часть стороны. Сделали вот наш веер. И вяжем первую арочку из четырех петель. 1, 2. Мы заходим с вами теперь вот в эту арку или в петлю, протянули еще 2 петелечки, переходим в следующую арку и таким образом завершаем это соединение. 1, 2, 3, 4 и зашли вот в эту арку. Как бы я показала, как мы с вами соединяемся, да? Если у нас идет сюда мотив, мы соединяемся, точно так же мы будем соединяться сюда. Это у нас с вами будет 4 мотива. Но мы можем с вами соединить еще и в полосу. Мы с вами соединились, а теперь давайте посмотрим, как можно соединиться вот в такую прямую, да, и это уже может быть здесь и обычная сетка, и мы можем присоединяться к какому-то изделию. В общем-то, тут уже процесс идет ваш творческий. Я соединяю ниточку в... Закрепили мы с вами нитку вот в центральной арке. И теперь 1, 2, 3, 4. Это у нас будет столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Мы заходим с вами вот в эту арку и вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы с вами ищем пятый центральный столбик. Связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вот наша первая арка. Мы в нее зашли, связали столбик с одним накидом. И теперь мы соединим с вами вот эти вот две арочки с одного и другого мотива. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида. Заходим в первую арку. Не довязали столбик с двумя накидами. 2 накида. Заходим уже во второй мотив. Боковую арочку. И вот теперь мы с вами соединили их вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы с вами что делаем? Мы соединяемся столбиком без накида с центральным столбиком на углу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Столбик с одним накидом. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида. И в этот столбик вяжем столбик с двумя накидами. И вот так мы с вами соединили, да? И теперь обвязываем столбиками без накида. И в итоге получаем вот такой вот край. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!